Princess Filler и Princess Volume. Продукты для контурной пластики. Princess Filler – это коррекция поверхностных заломов, это коррекция заломов среднего уровня, то есть поверхностные заломы – это кисетные морщины, это гусиные лапки, это морщины после ботулинотерапии, те, которые остаются. Это контур губ, это углы губ, это может быть объем губ, это продукт выбора. 23 миллиграмма гиалуроновая кислота – это продукт выбора для коррекции деформационно-гравитационного птоза. Филлер, он более структурированный, он более четкий, он более такой дает детальную коррекцию, в отличие от продукта Volume, о котором мы будем чуть вот позже говорить. Поэтому для коррекции деформационно-гравитационного птоза, когда мы говорим, мы выбираем инструмент конюлю и армируем техника векторного лифтинга, техника трассирования параллельного. То есть, когда мы создаем каркас, мы прошиваем глубокие ткани, это выбор в пользу филлера. Филлер даст нам более прочную, сформирует более прочный каркас, более прочную сетку и позволит дать тканям более надежную опору.